Люками и катапультой. Даже выиграли, да. Смотрите, ну здесь сразу же сели и поехали, молодцы. Семья. Семья. Семья Старварсовых. Пойду еще поволнуйся кофе. Слав. Итак, у нас Виталий и Татьяна уже на старте. Слава, поднимешь руку, как будет все готово. Хорошо. Хорошо? Подниму руку, как будет все готово. Как дела, Вячеслав? Готовы? На старт! Внимание! Поехали! Пошло. И Мазда аккуратненько так маневрируя в этом импровизированном дворе. Так вот, странный выбрали угол, мне кажется, на параллельной парковке. Ну, кто знает, вдруг получится хорошо с первого раза. А, вы заезжаете в гора? Вы разворачиваетесь? Так. Не беда. Так, Вячеслав, как там дела с конусами? Все хорошо? Можно выезжать. Я помню, бегал конус, слез, но уже вообще... Ну это напой такой, на радость. Такой, не нужны больше эти конусы здесь. Аплодисменты! Ну что же, уважаемые друзья, сейчас наша судейская коллегия будет подводить некий итог, а мы с Вячеславом отправляемся прямо вот туда, где сейчас расположился наш призовой штаб. Да, призовой штаб здесь также расположился.